Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня для вас я приготовила вот такие красивые носки. Очень красивые. Вяжутся они, получается, сверху вниз способом Magic Loop с забытой пяткой. Данные носки я вязала из пряжи Элизела на Gold Classic. Метраж в данной пряжи в 100 граммах 240 метров. По составу здесь идет 51% акрила и 49% шерсти. Вязала все носочки номером спиц 3,5 мм. И прежде чем приступить к такой вот модели носков, давайте разберемся с принципом ее вывязывания, чтобы вы смогли связать на тот размер ноги, который необходим именно для вас. Смотрите, носки получается вяжется изначально, вывязывается резинка, затем манжет, Потом основное полотно носочка, вот эти убавления петель на пальчики. И в самом-самом конце мы будем вывязывать пятку. Получается, это носки с забытой пяткой. Очень удобная модель следков, если вдруг у вас протерется либо пятка, либо вот здесь вот пальчики, вы с легкостью можете распустить и заменить. Также можете вот в эти темные части добавлять нить, чтобы вот эти вот носочки были попрочнее на ваше усмотрение. Смотрите, если вдруг у вас ножка вот в этом месте худенькая, тогда можете на резиночку взять спицы меньшего размера, чтобы она у вас получилась немножко потуже. Именно регулируем размер резинки номером спиц, что касается по поводу размера ноги. Вот этот манжет мы вяжем для всех размеров взрослых следков одинаково. А после того, когда мы обозначим, где будет у нас находиться пятка, до вот этого вот убавления получается вот эта вот часть петель, у всех будет разная. Вяжем вот эту вот часть петель до того, пока она не перекроет полностью мизинец нашей ноги. Если вам нужно связать больше рапортов именно в этой части тогда обязательно примеряйте заготовку носка на вашу ногу и ориентируйтесь больше по вашей ноге получается я вывязываю мой носочек от вот этой вот части где у нас располагается пятка до того пока он не перекрыл полностью мизинец моей ноги только потом я делаю именно темной частью убавления петель очень красивые. Очень нарядные носки. Спереди вот такой вот красивый узор. Раппорт узора всего составляет 4 ряда в высоту и 4 петли в ширину. Заменит данный узор резинку 2 на 2. По подошве у нас идет резинка 1 на 1. Все очень красиво и аккуратно. Поэтому, если вам понравилась данная модель носков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем обязательно пряжу спицы и приступаем к вязанию в начале на две спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю сорок три петли петли набираю на две спицы чтобы край был более эластичен Далее все эти петли я должна расположить на две спицы делю наши петли на две части вот таким вот образом Если вам удобнее вязать на 5 чулочных спицах, вяжите на чулочных. Я буду вязать на такой длинной спице на леске. способом Мэнджи Клуб. Смотрите, вот таким вот образом держим наше вязание. Вот такой вот косичкой получается вовнутрь. Смотрите, чтобы нигде ничего не было у нас перекручено. Рабочие нити вот с этой стороны у нас находятся. И теперь мы должны будем соединить наше вязание в круг. Вот у нас рабочие наши нити. Переносим одну петлю вот с этой спицы на другую. Теперь подхватываем вторую петлю и набрасываем на первую. Петлю спускаю, нити подтягиваю все вот эту вот петельку обратно возвращаю на свою спицу. Вот таким вот образом мы соединили наше вязание в круг. Теперь мы приступаем к первому ряду раппорта узора. Вынимаем вот эту вот половину петель на леску. А вот эта вот половина петель, которая находится чуть дальше от нас, мы будем провязывать. Провязываем петли резинкой один на один, одна лицевая петля, вторая изнаночная, одна лицевая, вторая изнаночная и так далее. Провязываем все петли, находящиеся на данной спице резинкой один на один, чередуя лицевую и изнаночную петлю. закончили вязать в моем случае лицевой петлей разворачиваем наше вязание теперь вот эти вот петли которые находятся на леске мы переносим на спицу вот таким вот образом. А петли, которые находятся на спице, мы их располагаем на леску. Вот здесь, вот где у нас переход с одной спицы на вторую, нить хорошенечко подтягиваем. И дальше получается, я закончила вывязывать лицевой петлей. Значит, следующая петля у меня будет идти изнаночная. И так далее лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная довязываем все петли на данной спице. Закончила вязать изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. Получается, петли с лески переносим на спицу. А вот эти вот со спицы переносим на леску. И теперь вот здесь вот подтягиваем нити, чтобы никаких отверстий в нашем вязании не образовывалось. И продолжаем вязать уже второй ряд. По рисунку провязываем все петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная провязываем все петли за правую стеночку петли чтобы ни одна петля ни в коем случае не получилась перекручена если вам удобнее будет вязать на чулочных спицах пожалуйста смотрите как вам больше нравится вот петли со спицы я провязала переворачиваем наше вязание с лески переносим петли на спицу, а со спицы на лески. И продолжаем вязать. Закончила я вязать лицевой петлей. Значит, следующая у меня будет идти изнаночная. Лицевая изнаночная и так далее. Вот, провязала все петли со спицы. Переворачиваем наше вязание, с лески петли переносим на спицу, а со спицы на леску. И теперь у нас уже будет идти третий ряд. Хорошенько нити подтягиваем, где у нас идут стыки, и продолжаем вязать все по рисунку, чередуя лицевую и изнаночную петлю. Довязываем таким же образом третий ряд до конца самостоятельно третий ряд. Это петли на одной и на второй спице. Встретимся вот в этом месте, где у нас располагается кончик от нити. Три ряда я провязала. Вот такая вот резиночка у нас с вами получается. Всего я сейчас резинку провяжу 10 рядов. Получается далее самостоятельно по кругу еще провяжу 7 рядов. Вот возвращаем наше вязание на две спицы. Одну спицу вынимаю на леску, и начинаю вязать уже четвертый ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Эту спицу, когда провяжем, переворачиваем вязание. И дальше будем провязывать вторую спицу. Всего я сейчас провяжу данную резиночку еще 7 рядов, чтобы в итоге получилось провязано 10 рядов. И я провязала резинку. Получается, у меня здесь 10 рядов резинка 1 на 1. Вот таким вот образом у меня это все выглядит. Далее нить темного цвета я обрезаю. И сейчас мы будем присоединять нить второго цвета. Если померить в сантиметрах, высота моей резинки составляет примерно 4 сантиметра. Прикладываю нить второго цвета. И получается провязываю этот ряд, когда у нас меняется цвет рабочей нити, лицевыми. Первая лицевая петля, вторая и так далее. Все петли мы провязываем лицевыми на двух спицах. На одной спице половина петель я провязала. Теперь переворачиваю наше вязание. Петли с лески я переношу на спицу. А со спицы я переношу на леску и провязываем далее вторую половину также лицевыми. Вот здесь, вот смотрите, кончики темные. И вот этот розовый кончик мы их можем связать аккуратненько двойным узлом чтобы вот здесь вот отверстий никаких не образовывалось. И далее вот эти вот два кончика темный и розовый кончик вот нити спрятать по изнаночной стороне самостоятельно. Один ряд мы провязали полностью лицевыми петлями. Сейчас мы приступаем к рапорту узора. Первый ряд. Изначально мы провязываем две изнаночные петли. Далее две лицевые. 2 изнаночные петли, 2 лицевые, еще раз 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные петли. У меня здесь провязано 18 петель, и на этих 18 петлях мы будем вывязывать центральный узор. Все остальные петли мы будем провязывать резинкой 1 на 1. И еще для симметрии мы добавим одну петлю. Смотрите, провязываем. Закончили вывязывать изнаночными петлями. Дальше получается резинка. Начинается наша с лицевой петли. Лицевая изнаночная. Дальше лицевая петля. Дальше получается изнаночная. Лицевая изнаночная. Далее получается провязываем лицевая петля. Из следующей петли я вывяжу 2 петли. Как раз мы добавим одну петлю, которую нам не хватает. Провязываем изнаночная петля. И из этой же петли провязываем за нижнюю стенку лицевую петлю. У нас провязалось 2 петли из одной. Петлю снимаю. Далее по рисунку изнаночная лицевая, изнаночная лицевая изнаночная, лицевая и так далее. Закончили вязать лицевой петлей. Вот, мы с вами провязали первый ряд раппорта и распределили наши петли. Смотрите, чтобы вам не путаться, Давайте на первую спицу мы распределим 18 петель. Это те петли, на которых вывязывается наш узор. А на вторую спицу все остальные. Это наша будет резинка 1 на 1. Вот смотрите, я распределила наши петли. На одной спице 18 петель. Это те петли, где мы будем вывязывать узор. А на второй спице все остальные петли здесь мы будем вывязывать резинку 1 один получается теперь провязываем второй ряд раппорта узора провязываем 2 изнаночные петли 2 лицевые данные 4 петли составляют раппорт в ширину 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые. 2 изнаночные петли, 2 лицевые и петли симметрии в конце 2 изнаночные, переходим на вторую спицу, и здесь получается мы провязываем резинку 1 на 1. Лицевая петля изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее чередуя лицевую и изнаночную петлю мы довязываем этот ряд. Третий ряд раппорта узора. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее 1 лицевая петля. Теперь между петлями спускаюсь на 2 ряда вниз под вторую протяжку. Вот первая протяжка и вторая. Подхватываю рабочую нить и вынимаю длинную петлю. Далее 1 лицевая. В это же отверстие, из которого вынимали первую длинную петлю, ввожу спицу, Подхватываю рабочую нить и вынимаю вторую длинную петлю. Данные петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. Две изнаночные петли, одна лицевая. Спускаюсь между петлями на два ряда вниз, подхватываю рабочую нить и вывожу длинную петлю. Одна лицевая из этого же отверстия, из которого вынимали первую длинную петлю, ввожу спицу, подхватываю рабочую нить и вывожу вторую длинную петлю. Еще раз две изнаночные, одна лицевая, вниз спускаюсь на два ряда, подхватываю рабочую нить и вывожу длинную петлю. Вторую петлю выводить будем из этого же отверстия. Одна лицевая. И сейчас подхватываю рабочую нить, вывожу вторую длинную петлю. Еще раз 2 изнаночные петли. Одна лицевая. Вниз спускаюсь на два ряда, подхватываю рабочую нить, вывожу длинную петлю. Одна лицевая. И из этого же отверстия вывожу вторую длинную петлю. Петли симметрии 2 изнаночные. Переходим на вторую спицу. И на второй спице мы провязываем резинку 1 на 1. Провязываем ее так постоянно: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Приступаем к четвертому ряду раппорта узора. Вначале у нас 2 изнаночные петли, теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за верхние стеночки петель провязываем 2 петли вместе одной лицевой следующие две петли также провязываем вместе одной лицевой данные 4 петли составляют раппорт в ширину повторяем 2 изнаночные 2 петли вместе одной лицевой и еще раз 2 петли вместе одной лицевой 2 изнаночные 2 петли вместе одной лицевой и еще раз 2 петли вместе одной лицевой Две изнаночные, две петли вместе лицевой и две петли вместе лицевой. В конце петли симметрии две изнаночные. Переходим на вторую спицу и на второй спице провязываем просто резинку один на один. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее довязываем, далее четвертый ряд самостоятельно до конца. мы с вами провязали 4 ряда раппорта узора в высоту. Далее я самостоятельно провяжу еще 3 таких раппорта узора. Раппорт 1 узора получается состоит из 4 рядов. 3 раппорта это соответственно 12 рядов. Я сейчас провяжу самостоятельно. Получается петли на второй спице мы постоянно провязываем резинкой 1 на 1. А вот здесь, вот на первой спице петли, здесь 18 петель, провязываем именно узором. Так же, как мы только что вместе с вами провязали вот этот раппорт узора. Встретимся, когда самостоятельно я провяжу еще таких вот три раппорта узора. Это соответственно 12 рядов. Я провязала самостоятельно, получается 3 раппорта узора. Всего у меня здесь розовым цветом провязано 4 раппорта узора. И это расстояние будет являться манжетом моего носка. Если померить в сантиметрах, высота моего манжета получается примерно 9,5 сантиметров. Далее мы с вами обозначим, где у нас будет находиться пятка. Первый ряд. Раппорта узора. По рисунку у нас идет 2 изнаночные петли, 2 лицевые. Данные 4 петли составляют раппорт в ширину. Повторяем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязываем, получается, первый ряд раппорта нашего узора. петли на одной спице я провязала теперь перехожу на вторую спицу и сейчас на второй спице мы отметим где будет у нас находиться пятка поэтому я провязываю первая петля лицевая по рисунку вторая петля изнаночная и третья лицевая далее беру нить контрастного цвета прикладываю кончик нити и провязываю получается далее 19 петель не довязывая до конца вот этой спицы 3 петли провязываем также все петли по рисунку у нас идет первая петля изнаночная вторая лицевая третья изнаночная далее четвертая пятая петля шестая седьмая восьмая девятая Десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая петля, восемнадцатая и девятнадцатая. У меня осталось на спице три петли. Получается темную нить. Мы отрезаем. Она нам больше не нужна. И сейчас вот эти вот все темные петли обратно я перенесу на левую спицу. Не провязывая вот таким вот образом, переносим все петли. Кончики от темной нити пока что прячем в носочек. Все петли темные я перенесла на левую спицу обратно. Смотрите, кончики от темной нити ни в коем случае не закрепляйте. Потом эту темную нить мы будем распускать. И далее получается, вот мы провязали розовой нитью лицевую петлю, далее у нас по рисунку идет изнаночная лицевая, изнаночная лицевая и так далее. Провязываем резиночку один на один розовой нитью. темные петли мы провязали и дальше продолжаем вязать данные три петли вот лицевая изнаночная и лицевая все мы с вами провязали первый ряд раппорта узора и обозначили где у нас будет находиться пятка переворачиваем вязание далее продолжаем вязать рисунок наш как обычно получается второй ряд 2 изнаночные петли по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные петли. Петли на первой спице я провязала, переходим на вторую спицу и довязываем резинкой 1 на 1. Все петли провязываем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Встретимся в начале третьего ряда. Третий ряд. Две изнаночные петли по рисунку в начале. Одна лицевая. Спускаюсь между петлями на два ряда вниз под вторую протяжку. Подхватываю рабочую нить и ввожу длинную петлю. Далее одна лицевая. В это же отверстие, из которого вынимали первую длинную петлю, ввожу спицу, подхватываю рабочую нить и вывожу вторую длинную петлю. Данные петли составляют раппорт в ширину. Повторяем. 2 изнаночные, 1 лицевая. Спускаюсь вниз под вторую протяжку, подхватываю рабочую нить, вывожу длинную петлю. Далее 1 лицевая, в это же отверстие ввожу спицу и вывожу вторую длинную петлю. Еще раз две изнаночные, одна лицевая, спускаюсь вниз под вторую протяжку, вывожу первую петлю, одна лицевая, спускаюсь вниз в это же отверстие и вывожу во вторую длинную петлю. Далее две изнаночные, одна лицевая. Спускаюсь под вторую протяжку, подхватываю рабочую нить, вывожу длинную петлю. Далее одна лицевая. Спускаюсь в это же отверстие, подхватываю рабочую нить, вывожу вторую длинную петлю. Далее две изнаночные петли. Переходим на вторую спицу и провязываем все петли рисунком один на один. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Встретимся уже в четвертом ряду четвертый ряд в самом начале провязываем 2 изнаночные петли по рисунку далее 2 петли вместе одной лицевой за верхние стенки петель и еще раз 2 петли вместе одной лицевой данные 4 петли составляют раппорт в ширину повторяем 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой и еще раз 2 петли вместе лицевой 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой и еще раз 2 петли вместе лицевой. 2 изнаночные. 2 петли вместе лицевой и еще раз 2 петли вместе лицевой. 2 изнаночные. Дальше переходим на вторую спицу и провязываем петли рисунком 1 на 1. Как они располагаются, так мы и вяжем. Мы с вами провязали пятый раппорт узора из четырех рядов. И как раз в этом раппорте узора мы обозначили ниточкой темного цвета, где у нас будет располагаться пятка. Далее мы будем вывязывать наш носочек до тех пор, пока он не перекроет полностью мизинец нашей ноги. Получается, начиная вот с этой темной полосы, у нас уже начинается подошва. Получается, смотрите, у нас здесь провязано 5 аэропортов узора. Можем посчитать по вот этим вот отверстиям. 1, 2, 3, 4, 5. Всего в моем носочке будет провязано 12 рапортов узора. Получается, сейчас я самостоятельно провяжу еще точно таких же 7 рапортов узора. Один рапорт узора это 4 ряда. Если посмотреть на моем готовом носочке, получается вот 5 рапортов узора мы с вами провязали. 7 рапортов узора. Я провяжу сейчас самостоятельно. Но вы вот эту вот часть от пятки до вот этой темной части провязываете столько, сколько необходимо именно для вас. И как раз таки вот эта вот часть будет регулировать размер вашего носка. Получается вяжем до тех пор, пока именно ваш носок не перекроет полностью мизинец вашей ноги. После того когда я провяжу сейчас семь рапортов узора я подключусь и покажу, сколько это у меня получилось в сантиметрах. Я провязала самостоятельно 7 рапортов узора. Всего здесь у меня провязано 12 рапортов узора. Смотрите, если я мерю до вот этой темной полосы, где мы обозначали, что у нас будет пятка, у меня составляет это 12 сантиметров. Общая длина моего носочка примерно вот 22,5 сантиметра. Но вы, как я уже повторюсь, вяжете вот эту вот часть от пятки и далее до тех пор, пока не перекроет носок полностью мизинец вашей ноги. Далее мы рабочую нить розового цвета обрезаем, она нам больше не нужна. И далее мы с вами будем провязывать именно уже темную часть мыска. Прикладываю нить темного цвета и сейчас полностью весь ряд мы провяжем просто лицевыми петлями. Это мы переходим на нить другого цвета. Получается, приложила нить и все петли за правую стеночку петли провязываю лицевыми. Вот таким вот образом. Смотрите, чтобы ни одна петля у вас ни в коем случае не получилась перекручена. На одной спице петли мы провязали. Теперь перехожу на вторую спицу. И провязываю также все петли лицевыми. И смотрите, в самом начале после резинки мы с вами добавляли одну петлю. Значит, сейчас мне нужно убавить также одну петлю. Сейчас на второй спице, где у нас идет резинка, я провяжу две петли вместе одной лицевой, убавляя одну петлю для этого. Я сейчас за верхние стеночки петель провязываю две петли вместе одной лицевой. И далее продолжаю вязать все петли лицевыми. Получается, когда мы вывязывали узор, мы добавили одну петлю для симметрии. Сейчас эту петлю мы с вами убавили. Вот здесь, вот кончики в стыке, мы их свяжем между собой двойным узлом и спрячем по изнаночной стороне. Мы с вами провязали первый ряд лицевыми петлями. Смотрите, сейчас у меня на спице располагается вот здесь вот 18 петель, а на второй спице 24 петли. Сейчас я перенесла одну петлю вот с этой спицы в начало первой спицы и одну петлю в конце именно на вот эту спицу, чтобы вот здесь вот у меня получилось 20 петель. Для этого я вот здесь вот одну петлю распущу вот таким вот образом и перенесу в начало наше. И также я сделаю в конце вот одну петлю с одной спицы, я переношу на вторую спицу. Получается, одну петлю мы забрали вот с этой стороны на нашу первую спицу. И одну петлю вот с этой стороны на нашу первую спицу. Сейчас у меня здесь располагается 20 петель, а на второй спице 22 петли. И сейчас мы с вами будем делать убавление петель. Первый ряд наших убавок. В самом начале мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой за верхние стенки петель. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня остается 2 петли на левой спице. Я их переверну, чтобы правые стенки лежали снизу. И привязываю 2 петли вместе одной лицевой за нижние стенки петель с наклоном влево. Перехожу на вторую спицу. Изначально я провязываю на второй спице 1 лицевая петля. Следующие две петли я провязываю 2 вместе одной лицевой за верхние стеночки петель с наклона вправо. Далее я вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца ряда. У меня остается 3 петли на левой спице. Изначально я переверну две петли, чтобы правые стеночки петель лежали снизу и провязываю 2 петли вместе одной лицевой за нижние стенки петель и в конце просто одна лицевая. Таким образом я провязала первый ряд раппорта узора. И так наши провязываются все нечетные ряды. Приступаем ко второму ряду. Во втором ряду мы просто провязываем все петли лицевыми, без каких-либо убавления петель. Просто на двух спицах провязываем все петли лицевыми. Там, где у нас переход с одной спицы на вторую, нить хорошенько подтягиваем. На первой спице все петли провязали, переходим на вторую спицу и провязываем также все петли лицевыми. Так у нас провязываются все наши четные ряды. И так получается, чередуя первый и второй ряд, мы будем убавлять наши петли. Давайте еще два ряда мы с вами провяжем вместе с убавлением петель. Далее будете убавлять петли самостоятельно. Получается, третий ряд вяжется так же, как и первый. Изначально провязываем 2 петли вместе одной лицевой за верхние стенки петель с наклоном вправо. Далее я провязываю все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 2 петли. У меня остается 2 петли на левой спице. Для начала я их переверну, чтобы правые стенки петель лежали снизу. И провязываю 2 петли вместе одной лицевой за нижние стенки петель. Перехожу на вторую спицу. А на второй спице изначально я провязываю 1 лицевая петля. Затем только 2 петли вместе 1 лицевой за верхние стенки петель. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня остается на левой спице 3 петли. 2 петли я переверну, чтобы правые стенки петель лежали снизу, и провязываю их 2 вместе одной лицевой за нижние стеночки, и в конце просто лицевая. Так получается, мы вяжем все наши нечетные ряды. Приступаем к вязанию четвертого ряда, и четвертый ряд вяжется так же, как и второй. Просто провязываем на двух спицах все петли лицевыми. Мы с вами провязали уже 4 ряда с убавлением петель. Далее будете убавлять петли самостоятельно. Получается во всех нечетных рядах мы одну петлю убавляем в начале, одну петлю убавляем в конце первой спицы. Переворачиваем вязание на вторую спицу. Изначально на второй спице провязываем 1 лицевая петля, далее 2 петли вместе лицевой. И в конце изначально 2 петли вместе лицевой и самая последняя петля просто лицевая. Все четные ряды просто провязываем все петли лицевыми без убавления петель. И так чередуя данных два ряда мы будем убавлять петли в мыске. Убавляйте далее петли самостоятельно. Смотрите, когда я убавлю необходимое количество петель, я подключусь и скажу сколько петель должно остаться на спицах. Смотрите, я провязала мысок, убавляя петли через ряд до того, пока у меня на спице не осталось всего 18 петель. Получается 10 петель на вот этой второй спице, где у нас подошва, и 8 петель это передняя спица, где у нас узор располагается всего 18 петель. Все, дальше убавлять петли я не буду. Дальше мы нить обрезаем немножко побольше, чтобы этой нитью сейчас с помощью иглы сшить вот эти вот все петли между собой. Смотрите, изначально я ввожу иголочку вот в эту петлю, где у нас кончик от нити. Иголочку ввожу с изнанки на лицо вот таким вот образом. Петлю со спицы не снимаю. Теперь идем на вот эту вот спицу, вторую. Также ввожу иголочку с изнанки на лицо. Петлю со спицы не снимаю. Все, данные две петли мы прошили. Теперь получается иду вот к этой петле и ввожу иголочку с лица на изнанку. При этом ее снимаю. Вывожу иглу через следующую, но ввожу уже в следующую петлю с изнанки на лицо вторую петлю не снимаем. Каждую петлю мы должны прошить по два раза. Идем к этой спице. Ввожу свою иголочку с лица на изнанку, снимаем петлю и вывожу ее через следующую петлю, только ввожу свою иголочку с изнанки на лицо. Петлю не снимаем. Еще раз. Ввожу свою иголочку вот в эту уже спицу с лица на изнанку снимаем петлю и вывожу через следующую петлю но ввожу уже иглу в нее с изнанки на лицо идем к этой спице ввожу свою иголочку с лица на изнанку петлю снимаю и вывожу ее через следующую петлю но уже иглу ввожу с изнанки на лицо получается каждую петлю мы должны прошивать по два раза идем к вот этой спице ввожу свою иголочку с лица на изнанку снимаем петлю и вывожу через следующую петлю но уже ввожу иголочку свою с изнанки на лицо Идем ко второй спице. Ввожу свою иголочку с лица на изнанку, снимаем петлю и вывожу через следующую петлю, но уже иглу ввожу с изнанки на лицо. Еще раз иду вот к этой спице, ввожу свою иголочку лица на изнанку, снимаем петлю и вывожу ее через следующую петлю, но ввожу уже иглу с изнанки на лицо. Идем вот к этой спице. Ввожу свою иголочку с лица на изнанку, снимаем ее и вывожу иглу через следующую петлю, но уже ввожу иглу, получается, с изнанки на лицо. И так, получается, мы сшиваем полностью весь наш шов. У меня осталось, получается, три петли на спице. Здесь вот одна петля, где осталась. Ввожу свою иголочку, получается, с лица на изнанку, снимаем петлю. А вот здесь вот, получается, ввожу с лица на изнанку, снимаем петлю, вывожу с изнанки на лицо. И данную петлю мы просто спускаем со спицы. Все, смотрите, вот такой вот шов у нас с вами получился. Рабочую нить потянем, чтобы петли все стали ровно. И разровняем. Только тяните, чтобы нить ни в коем случае не порвалась. Вот так вот красиво и аккуратно наш шов смотрится. Далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону. По изнанке обязательно нить закрепим и обрежем. На этом получается мысочек наш готов. Все получается, носочек наш готов. Теперь приступаем в самом конце к пяточке. И сейчас нам нужно будет распустить вот эту вот темную нить и поднять петли все на спицы. Получается вот таким вот образом. Распускаем нашу нить не спеша. И вот эти все свободные петли мы поднимем на две спицы. Вот петли с этой стороны я поднимаю на первую мою спицу свободные. А петли со второй стороны поднимаю на вторую мою свободную спицу. Таким вот образом распускаем нашу темную нить. Далее и вот эти петли поднимаю на спицы. Я подняла все петли на две спицы. Вот таким вот образом выглядят наши поднятые петли. Смотрите, у меня здесь на спице 19 петель а здесь только 18. И сейчас при провязывании первого ряда мы уравняем наши все петли. С этого края я сейчас подниму одну петлю, а вот с этого края две петли. Если вы вот так вот раздвинуть спицы, смотрите, вот здесь вот у нас побольше получается отверстие, чем нежели здесь. И как раз мы уравняем наши все петли. Прикладываю нить темного цвета. Вот таким вот образом я держу наше вязание. Вот здесь вот у меня резиночка сверху находится. Провязываю все петли на данной спице лицевыми. Здесь получается у меня 19 петель. Провязываю все петли за правую стенку петли, чтобы ни одна петля у нас не получилась перекручена. Петли я все на данной спице провязала, и теперь одну петлю я подниму именно со стыка. Подхватываю вот за две душки петли, подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу петлю. Далее переходим на вторую спицу. Вот здесь, вот где он на стыке, нити хорошенько подтягиваем. И получается, провязываем на второй спице все петли также лицевыми. Петли все я провязала и теперь вот с этого места я должна поднять 2 петли. Вот получается, подхватываю за две дужки петли. Одна петля поднялась и точно таким же образом в любом месте поднимаем вторую петлю. Получается, у меня здесь уже 20 петель. И мы с вами провязали первый ряд. Переходим на нашу первую спицу, и сейчас мы с вами будем делать уже убавление петель. Первый ряд убавления петель провязываем в самом начале 1 лицевая петля. Дальше 2 петли вместе, одной лицевой за верхние стеночки петель с наклона вправо. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая, получается 3 петли до конца ряда. В самом конце у меня остается 3 петли. Две первые петли я переверну, чтобы правые стенки лежали снизу. И провязываю 2 петли вместе одной лицевой за нижние стенки петель. Далее просто одна лицевая. Переходим на вторую спицу. Первую петлю я провязываю просто лицевой, нити хорошенько подтягиваем. Далее 2 петли вместе одной лицевой за верхние стеночки петель. Далее все петли я вяжу лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня остается 3 петли на спице. Первые 2 петли я переверну, чтобы правые стенки петель лежали снизу. И провязываю 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево. И последняя петля просто лицевая. Мы с вами провязали первый ряд. Итак, у нас будут провязываться все наши нечетные ряды. Это первый, третий, пятый, седьмой и так далее. Приступаем ко второму ряду. Все петли и на первой и на второй спице мы просто провязываем лицевыми без каких-либо убавления петель. Так мы, получается, будем провязывать все наши четные ряды. Это получается второй, четвертый, шестой и так далее. Довязываем все петли также и на второй спице лицевыми без убавления петель. Встретимся в начале третьего ряда. Третий ряд вяжется точно так же, как мы с вами провязывали и первый ряд. Получается еще два ряда. Мы с вами провяжем вместе. Это третий и четвертый ряд. Далее будете убавлять петли самостоятельно. Третий ряд. 1 лицевая петля в самом начале далее две петли вместе одной лицевой за верхние стенки петель далее вяжу все петли мои лицевыми не довязывая 3 петли до конца ряда остается 3 петли на левой спице две петли я переверну чтобы правые стенки лежали снизу и провязываю 2 вместе одной лицевой за нижние стенки петель конце 1 лицевая, перехожу на вторую спицу, вначале провязываю 1 лицевая, 2 петли вместе 1 лицевой за верхние стенки петель, далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У нас остается 3 петли на спице. Первые две петли я переверну, чтобы правые стенки лежали снизу. И провязываю две петли вместе одной лицевой. Далее просто лицевая петля. Третий ряд провязан. Теперь приступаем к вязанию четвертого ряда. И четвертый ряд вяжется так же, как и второй. Все петли как на одной, так и на второй спице провязываем просто лицевыми, без каких-либо убавления петель. Получается, довязываем четвертый ряд до конца самостоятельно петли на одной и на второй спице. И вот таким вот образом, чередуя один четный ряд и второй нечетный ряд, мы будем убавлять петли. Получается, в первом ряду мы убавляем петли. Во втором ряду мы провязываем просто все петли лицевыми. Получается дальше убавляете петли самостоятельно. После того, когда я убавлю петли, я подключусь и скажу, до какого количества петель нужно делать убавки. Я убавила петли пятки. Вот таким вот образом выглядит наша пяточка. Убавляла петли до тех пор, пока у меня не останется на спице 16 петель. 8 петель на одной спице и 8 петель на второй спице. Все, больше убавления я не буду делать. Рабочую нить мы обрезаем и в иглу вводим этот кончик от рабочей нити. Будем сейчас иглой сшивать вот этот шов точно так же, как мы сшивали в пальчиках. Приступаем к сшиванию петель. Изначально помним, каждую петлю мы должны прошить по два раза. Изначально ввожу свою иголочку вот в эту петлю, из которой у нас идет рабочая нить. Ввожу иголочку с изнанки на лицо. Петлю не снимаю со спицы. Идем к этой спице. И также ввожу иголочку с изнанки на лицо две петли мы прошили и теперь смотрите каким образом мы будем сшивать далее по сути точно так же как мы сшивали вот этот вот шов ввожу свою иголочку изначально с лица на изнанку спускаю петлю и вывожу через следующую петлю но уже с изнанки на лицо идем к следующей спице ввожу свою иголочку с лица на изнанку спускаем петлю и вывожу через следующую петлю но ввожу свою иголочку с изнанки на лицо еще раз ввожу свою иголочку изначально с лица на изнанку спускаем петлю и вывожу через следующую петлю но уже ввожу иглу с изнанки на лицо идем к вот этой спице Ввожу свою иголочку с лица на изнанку, спускаем петлю и вывожу через следующую петлю, но уже ввожу иглу с изнанки на лицо. И так далее, получается, мы сшиваем полностью вот эти вот все наши петли на двух спицах. У меня осталось по одной петле на каждой спице. Ввожу свою иголочку изначально вот в дальнюю спицу с лица на изнанку и спускаем петлю. И в эту вот петельку оставшуюся ввожу свою иголочку с лица на изнанку. Вот мы сделали полностью весь наш шовчик. Далее нить потянем, чтобы хорошо разровнять наши петли. Только смотрите, тяните, чтобы ее не порвать. И разравниваем это все. Дальше получается нить выводим на изнаночную сторону, по изнанке обязательно закрепим эту нить и обрежем. Вот такая пяточка у нас с вами получилась. И после того, когда мы спрятали все кончики по изнаночной стороне, обязательно после того, когда мы свяжем носки, мы их постираем, разровняли, чтобы все петли. Вот такой вот красивый результат у нас с вами получается. Все очень красиво и оригинально, а самое главное еще и удобно. Если вам понравились данные носки, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. А мы с вами встретимся в новом мастер-классе. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока.